2 августа в пятницу в обеденное время рухнула опорная стена у железнодорожного моста. Тонны камней и бетона буквально вжали в землю проезжающий автомобиль. Его водитель и пассажир погибли. Завалы разбирали 3 дня практически без остановок. Еще много дней на место гибели красноярцы несли цветы и зажигали свечи. Семьям жертв мэр пообещал компенсации, а сразу после открыл новую серию отставок чиновников. В том числе места лишился начальник департамента городского хозяйства. Через несколько дней рухнули стены на парковке в Академгородке и в больнице на Винбаума 15. В последнем случае стена придавила пациентку. После такой череды несчастий администрация организовала целую серию обследований опор по всему Красноярску.